Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Я выращиваю свои семена и продаю их. Мы уже кушаем горошек. Ну, начинаем кушать, так скажем, да? Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. У нас сейчас скидка 30% на все семена. Лучшие сорта. Вот я расставил на грядочку рассаду огурцов. Это очень-очень редкий сорт. Дай бог, чтобы он у нас получился. Тогда мы, так скажем, возродим мировой сорт, который практически пропал. А мы их, у нас таких сортов, кстати говоря, на сайте огромное количество. Очень интересных, старинных сортов. Ну, ладно, сейчас не об этом. А сейчас я буду сажать и сразу вносить триходерму. Триходерма, чтобы не гнили корни, да, ну, грубо говоря, от фузариоза. В основном, кстати говоря, огурцы все бахчевые, они страдают именно от этого. Вот я расставил аккуратненько на грядочку, потом дуги мы сделаем, накроем укрывным материалом, чтобы им потеплее было. И вот здесь у меня зерновая триходерма, которую я наращивал аж в прошлом году, достал из морозилки. Разморозил, и вот такая она, вот видите, зеленая. Вот такая зеленая, там огромное количество спор. Не то, что в магазинной, в нарощенной гораздо лучше. Теперь я делаю луночку. Земелька мягкая, хорошая. Можно рукой делать. Перемешиваю вот так, перемешиваю. Беру стаканчик и вношу на донышко. Буквально вот, о, капельку. Вот так вот. И достаточно. Потом вытаскиваю из горшочка. Сейчас, секунду. Вытаскиваю из горшочка. Ставлю. Триходерма будет развиваться там, рядом с корневой системой. Не подпустит ни одну заразу к корням. Видите, я не присыпаю. Вот остается прям вот таким вот у меня образом. Все. Огурчик шикарно посажен. Будет расти и не будет ничем болеть. А сейчас я вот эту всю гряду вот таким вот образом вечерком, обязательно вечерком, чтобы за ночь немного корни там расправились. И к жаре, к дневной следующего дня уже подготовились. Какой у нас красивый огород, как я его люблю. И вы, наверное, также любите свои огороды. Ванька там пробежал. Семенная морковь. Морковь очень редкая, геранский вид моркови. А это у нас жаба крападин, самая лучшая свекла, самая вкусная. 2000 лет сорту, представляете, а он у нас есть. Заходите к нам на сайт, покупайте наши самые лучшие семена со скидкой сейчас. Спасибо.